Всем привет! Сегодня на обзорчике интересный ночной прицел. Хотел сделать модное слово разбоксинг, или как там? Андрей Владимирович, разбоксинг по-русски как там? Цирраспаковка. Цирраспаковка! Цирраспаковка вот такой интересной штуки. Это ночной прицел, электронный парт. Ну вы, наверное, помните, кто не видел, можете посмотреть тут по ссылочке, сейчас появится видео, где у хозяина вот этого вот космического оружия, значит, здесь был на боковом кронштейне, значит, был установлен магнитофон и был установлен коллиматор. Теперь сверху, ну, спустя, скажем, какое-то эволюционное время, значит, хозяин пришел к выводу, что для того, чтобы стрелять и попадать на расстояние больше, чем 100 метров, ему захотелось поставить ночной прицел, но чтобы этот прицел был универсален, чтобы можно было стрелять и днем, и ночью. Плюс ко всему к этому сразу же эволюционировала планка у нас, да, то есть была боковая планочка здесь по типу САГА, там вот этот концерн Калашников делает, да, а теперь здесь сверху вот установлена вот такая вот, вот этот демонтирован был целик, сюда вставляется, и она вот так вот планочка поднимается. И вот на вот этой планочке у нас установлен вот такой вот интересный ночничок. Но давайте такой как бы не совсем, скажем так, распаковку сделаем, не совсем. Потому что он уже установлен. Вот смотрите, значит, он пришел в такой вот интересной коробочке. Сейчас я все покажу. Все расскажу вам, все покажу. Вот пришел, сейчас я все покажу. Значит, сразу смотрите, ну, коробочка довольно богатая, значит, она вся в надписях, значит, модель там, модель парт, модель NV008PLRF. LRF говорит о том, что здесь установлен дальномер. Дальномер это с правой стороны, я буду отдельно вставлять какие-то картинки с него, это будет более, скажем, красиво, детально. Значит, в комплектике сразу была вот такая вот флешечка на 16 гигабайт. Что тут еще было в комплектике? Ну, понятно, что вот ключики шестигранечки. И сейчас я вам покажу, сейчас, секундочку. Вот так. А то как бы все-таки не весна. Вот такая вот прикольная коробочка. Ну, вот, я считаю, такая, знаете, богатенькая коробочка. Сейчас покажу, как тут внутри красиво. Смотрите, какая коробочка красивая. Значит, помимо шестигранничков и флешечки, здесь была вот такая зарядочка. И кабелечек. В принципе, ну и сам прицел. Значит, входило здесь два таких вот, две книжечки. Одна вот написана «Part», «Smart». И вот этот у него сразу вот QR-код какой-то там, видимо, прицел привит от вирусов разных всяких. Здесь все идет на английском. Мы сразу ее откидываем и берем русифицированную, так сказать, версию. Вот в такой вот книжечке. Написано Part NV008P дробь NV008PLRF. То есть я так понимаю, что их есть две модели таких. Одна идет с дальномером вот с этой вот коробочкой, другая без. Значит, но я так вкратце пробежался уже, да. Значит, что здесь входит, значит. Комплект поставки проверяйте при упаковке. Проверяем. При покупке. Значит, прицел парт одна штука. Упаковочная коробка. Значит, одна штука. Жесткий кофр. Вот я поначалу не понял здесь что. Но смотрите, получается вот эта упаковочная коробка. Вот это. Вот это вот у нас идет жесткий кофр. Вот. Значит, здесь еще была такая фигня, называется сумочка. Но это что-то типа такой мягкий материал, такой, как просто такая сумочка такая, она одевалась, да плотненько. Вот такая. Причем, знаете, на ней было написано парт, прям так вот, ну красиво. То есть, как бы, знаете, ну приятно, когда на упаковке, как бы, производитель ставит не только, как бы, вот здесь вот написано и все, да. То есть, как бы, ну бережет свое имя. Значит, предупреждение. Осторожно, в лазер глазами не смотреть. Ну, это, я думаю, обязательно надо, потому что есть же такие любознательные, которые обязательно посмотрят, а что там за лампочка. Значит, дальше, значит. Сейчас я вот так вот пробегусь по техническим характеристикам и уже вкратце расскажу вам свое, так сказать,
мнение, которое для себя уже сделал. Значит, технические характеристики. Так, модель я уже сказал. Увеличение. Увеличение здесь идет 6,5. И это оптическое увеличение. Родное. И можно в электронном увеличить на 2. То есть получается как бы 13. Значит, фонарик у нас светит. Родной фонарик. Тут их уже 2 висит. Сейчас все покажу. Вот он, родной фонарик сверху. Значит, он светит 850 нанометров. Это видимый для глаза лучик. Значит, вот эта вся штука может записывать видео со звуком. Значит, выходной сигнал AV получается. Есть карточка, которая используется в microSD. Дальше напряжение 3,7 вольта. Разрешение видео Full HD. Ребята, это радует. Full HD это радует. Это приятно. Значит, частота смены кадров. Ну, это кто знает, кому это надо. 30 кадров в секунду. Так. Дальность осветителя заявлена 150 метров. То есть вот этот родной осветитель, по идее, светит 150 метров. Так, батарейка здесь стоит 18650. Здесь стоит батареечка. И, значит, заявлено, что ресурс батареи более 8 часов. То есть 8 часов заявлено точно. Но я думаю, что это все в каких-то тепличных условиях и прочее-прочее. Если мы сюда навялим к этой батарейке то, что мы будем записывать видео, то, что будет какой-то мороз, и все время мы будем пользоваться видоискателем, который, кстати, может отключаться, в принципе, как и в фотонах, да, то есть сам аппарат работает, чик, кнопочкой отключили, у вас вот этот внутренний телевизор отключается, разряд уменьшается. То есть, если это все будет работать, я думаю, что, ну не 8, я думаю, что часа 3-4, я думаю, что проработает, хотя не факт. Значит, что дальше идет? Вес, его вес заявлен 512 грамм без батареи и крепления. 512 грамм. Вот крепление, кстати, шло в комплекте, не сказал, оно вот такое хитрое, вот тут вот на двух болтиках, и вот сюда вот оно уходит. То есть я думаю, что, ну, взвесить не получается, потому что уже хозяин всего этого девайса уже все это дело закрепил на оружие. Ну вот. Как бы вот так вот. Но я думаю, что если 512 грамм без батареи, я думаю, что грамм 650 точно оно весит. Может быть, даже 700. Теперь как бы это то, что у нас по бумажечке. Да, ну тут продавец, импортер, ну, Москва, понятно. Производитель Shenzhen Part Technology Co. Ltd. Красиво, красиво. Значит, теперь чисто мое, как говорится, мнение по-русски. Значит, ну, во-первых, мы помним прекрасно, чем закончилась предыдущие стрельбы, когда мы с Игорем выехали, и он стрелял на 100 метров с магнифером и коллиматором, да, там все это вот дело, все это было. И потом, хотя уже тогда у него уже вот этот прибор был. Вот, и после того, как он пострелял, мы попробовали там пострелять на подальше, и он мне сказал интересную фразу. Смотрим. Я больше не буду это ставить, блядь, потом стреляю цифру, понял? Это что там? После этого у нас получилась вот такая вот интересная штука. Вот смотрите, как бы, ну, сделали так, она не совсем влазит в кадр, я так понимаю. Вот так она смотрится сверху. Видите, здесь целый набор всякого разного. Значит, что сюда входит? Смотрите, что сюда входит? Значит, сам объективчик. Значит, объективчик регулируется у нас, вот здесь у него стоит, значит, ближе дальше, вот оно стоит. Значит, вот здесь у него идет отстройка диоптрии. Все как на всех, в принципе, приборах такого плана, электронных ночниках. Вот этот квадратик, это дальномер у нас идет. Значит, с этой стороны у него идет планочка вивера на сколько это, на два слотика. И в него Игорь поставил фонарь. Я не знаю, что это за фонарь. Фонарь no name, но тот, кто его производит, значит, гарантирует, что он будет светить ой-ой-ой как далеко, и, соответственно, мы улучшим, в принципе, любая болезнь, в принципе, любого ночника электронного, это возможность его осветителя, да, то есть, если осветитель мощный, соответственно, и ночник видит дальше, вот. Как бы получается такая тема, значит, тут управляется, здесь интересно, а, знаете, что здесь еще есть интересное, здесь вот, где-то здесь было, я видел, где-то здесь было, вот, нашел. Она вот здесь под осветителем, лазерный целеуказатель. Смотрите, какая фигня нужная. Лазерный целеуказатель. Это вот смотрели фильм «Хищник»?
Вот там эти лучики красные. Вот такая же фигня. Вообще просто какая-то пушка, бомба. Я не знаю, зачем это надо. Но, вот. Значит, помимо того, что здесь дальномер. Ну, я всегда говорю, что дальномер на щите фигня полная. Он не нужен. Но бывают такие моменты, когда ты... Мы помним, да, что здесь заявлено, что 150 метров родной осветитель видит. То есть дальномер. Есть такая ерунда, когда видишь далеко, там за километр, за 800 метров какое-то поле, и ты увидел всю эту ерунду, и тебе интересно, зверь на какое расстояние подходит, если тебя заранее по-светлому не замерил какие-то точки дальномерные, да, можно за него отбиться. То есть там шлепнул, он показал расстояние. Но здесь, ребята, здесь установлен баллистический калькулятор. Знаете, что это? Это кошмар. То есть сначала сюда вводишь ветер, там влажность, даже высота над уровнем моря конкретно здесь. Это все вводишь, плюс данные о патроне, данные об оружии. И потом, когда ты наводишь на дичь, у вас появляется такой крестик, который показывает, куда прилетит пуля. Но это в теории так интересно. А реально, это надо быть, я не знаю, каким-то там мозгом, что-то типа друга Менделеева или что-то типа такого же уровня, да, чтобы ввести эти данные, чтобы он вам показывал. То есть гораздо проще было бы, наверное, чтобы... Если дальномер есть, чтобы он был просто дальномер, чтобы без баллистического калькулятора. Вот. Значит, смотрите, чтобы было понимание какое-то, я взял специально с собой фотон свой, РТ-шку, чтобы было видно прелесть этого прицела. Мне что нравится, что он маленький. Вот размер его, конечно, посмотрите с РТ-шкой. Вот, вот, посмотрите, видите, какая приблуда вот РТ по сравнению с этим. Вот, смотрите, видите, какая здоровая. Здесь, кстати, родной осветитель, это мой РТ-шка, родной осветитель, сколько там, 940 нанометров в невидимом луче. И кто не видел, можете посмотреть, вот здесь вот появится тоже ссылочка, как он видит ночью. Но мы его тогда тестировали, тогда не было снега. И, соответственно, моя РТ-шка, она все время показывает в черно-белом изображении. Этот прицел видит, ну, я вам скажу, не так, чтобы прям очень, но реально лучше он видит днем, причем в цвете. А ночью он снимает черно-белым. Причем это все можно снимать на видео. Специально выехали после обеда. Для чего? Сейчас пока светло еще. Мы сейчас произведем на 100 метров, произведем выстрелы, значит, с этого прицела, чтобы вы это все видели. Ну и, соответственно, там камера, которая будет стоять возле мишени, она тоже будет видеть. То есть какое-то время, да? Потом подождем, когда стемнеет, и произведем ночные стрельбы вот с этим прицелом. Такой у нас получился интересный, как говорится, разбоксинг такой, да, ну просто вытащить из коробки, я думаю, неинтересно. Давайте уже стрелять. 4 выстрела, огонь по готовности, дальше уже пойдет чисто звук у нас. И давай 4 выстрела в мишень на 100 метров, огонь по готовности. Стреляю в группу на 100 метров, темное время, без подсветки. Дистанция стрельбы 100 метров.